Это главная звезда шоу Бен Асил, чистокровный арабский скакун. Потомок коня по кличке Сирдар, которого президенту России Владимиру Путину в 2011-м подарил эмир Абу-Даби. Волевой, своенравный и в то же время настоящий актер, который нередко просто импровизирует на сценической площадке. Так отзывается о нем его наездница Анна Фокина. Беня бывает придумает себе, что ему страшно, и начинает пугаться, начинает там, прыгать из стороны в сторону и делать какие-то вещи, предлагать различные элементы, то, что он умеет придумывать что-то себе. До начала представления еще полчаса, а зал уже полон. В этот раз часть билетов на шоу пригласительные. Именно жителям Сочи предоставили возможность одними из первых оценить уникальную постановку. Билеты получили представители ТОСов, многодетные семьи и социально активные горожане. Среди приглашенных и Валерий Иняткин с супругой. Несмотря на свой возраст, они активно участвуют в жизни курорта. В свою очередь, не остаются в долгу у таких людей, говорят пенсионеры и городские власти. Мероприятия, которые проходят в нашем городе, мы являемся их участниками. Практически. Все мероприятия, которые проходят, мы на них были. То есть мы бесплатно посещаем все это. «Свадьба в Малиновках» – это сатирическая история о знакомстве двух молодых людей, сватовстве, ревности, отношениях между казаками и, как итог, счастливая развязка свадьба в лучших казачьих традициях. Хотелось показать и отразить все традиции сватовства, все традиции жизни казаков в этом шоу и показать их именно как наше, как что-то наше российское, что-то наше кубанское на нашей земле, нашим гостям. В часовом шоу уникальная джигитовка, цирковые трюки, свет, звук, 10 породистых лошадей, 20 артистов. В зале не стихали овации. Ольга Лавлинская пришла с сыном и подругой. Эмоции, говорит, просто через край. Дети тоже в восторге. Они хлопали. У меня ребенок так долго вообще не сидит. Здесь тоже сидел. Класс. Нам очень понравилось. Конное шоу «Свадьба в Малиновках» ежедневное и будет идти до конца летнего сезона в 20:00. Кстати, после представления у всех желающих есть возможность пообщаться поближе с четвероногими артистами. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.